Всем привет! С прошедшими праздниками! Сегодня 19 февраля 2022 года. Ну и обычно мы пишем свои видео где-нибудь с какого-нибудь там горы, с мыса, вот. Ну вот и сейчас мы не на мысу, мы под мысом. Воспользовались климатическими условиями. Зима, море достаточно широкой полоской вдоль побережья замерзло. Вот, постоянно мы видим там из окон кучу рыбаков, которые выходят на промысел, соответственно, на зимнюю рыбалку. Вот, ну и решили тоже прогуляться, воспользовавшись теплым днем, порядка там минус 5, минус 4. И вот пошли по кромке, да, льда, грубо говоря, вдоль берега. Ну и, соответственно, вот тут у нас канал, все там под мост плывут сюда, вот, но до линии, когда начинается вода, лед кончается, метров, наверное, отсюда 200-300, да? Может быть, даже больше. Вот. Вот в этой бухточке видно там рыбаки. С машинами даже там вдалеке стоит какая-то. На машине выехали на лед. Вот. Ну и что еще сказать? Очень красиво на самом деле. Немножко мы, наверное, не угадали, что не взяли очки с собой. Вот. Но все равно очень красиво. Хорошая погода, тепло. И прикольно, потому что здесь мы еще не были, с таких ракурсов нижних не наблюдали. Ну и, соответственно, идем там вдоль вот этих скал, где-то водопады, где-то там нашли разноцветные скалы. Да. С железистыми. Что вы еще расскажете? Я еще хочу отметить, что вот здесь вот такое волнение. Сейчас оно чуть поутихло. Вот прямо волна идет, и она поднимает эти льдины. Видно тебе? Ну, видишь? Это не знаю, это зрителей надо спрашивать. А тебе видно? Мне? Ну, возможно, да, есть небольшое гуляние. Вот, смотри, гуляние. Смотри, вот, да, начинается да, прям. Ну, вот мы сейчас находимся на мысу, получается, да, и поэтому здесь вот... глубже, да, лед потоньше, мы вот на каменной гряде сейчас стоим, в принципе, покрыты ледяной шапкой. Нам не страшно, здесь, конечно, вот эта вот... болтанка вот хорошо видна. Там прямо... Да. Ну, волна. Туда люди, конечно, не ходят. А вот в бухтах там все достаточно так хорошо промерзло, стабильно замерзло. Вот. Что, еще мы всякие следы тут видели интересные, да? Да. Некоторые даже неопознанные, будем вот разбираться потом. Да, какая-то маленькая ласка, у нее вот такие малюсенькие следы, там коготки и вот эти подушечки, как у млекопитающих, как у лисы или собаки. Вот, и видно, что она бежала, и рядом много-много каких-то собак или лис уже с нормальными следами большими. Вот, а с другой стороны еще ты обратил внимание, там остров такой загадочный. Ну, не загадочный, но это понятно, я рядом с ним нырял. Он довольно красивый. Вот. Да, остров красивый, там какое-то здание и часовик, это... по-моему. Нет, это не здание, это... Ну, то есть это здание, маяк называется, оно просто в виде такого... Нет, там вот есть вот, которое белое здание наверху, есть вот снизу еще вот здание, которое слева. Вот сверху это маяк. Маяк, да? Да. Маяк. А слева там что тогда? А слева это, ну, постройки, которые там... Это как казарма там, ну, когда-то, да. Старшие. Ну, старые. Прям, я думаю, что там внутри прям довольно-таки... Ну, подожди, а почему у маяка купол, как у часовни? Нет, там не купол, там просто вот такая штука. Но он, сверху, он... Ну, ладно, хорошо, как скажешь. Пускай будет так. Вот. А, так, ну, пока на этом, и наверное, все. Много этих... контейнеровозов. Да. Разных судов, все прям так активно двигаются. Жизнь идет, много промышленности. Всем привет! Всем пока! На этом мы заканчиваем. В общем, до новых встреч. Будем надеяться, что погода нам позволит почаще куда-то выбираться. Сейчас уже будет получше.